Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, описание картин. Гоя Хосефа Баео. Холод масла 82/58. Хосефа Баео, родившаяся в Сарагосе в 1747 году, была сестрой Рамона и Франциско Баео, бывшего учителя Гои. Оба брата помогали в Мадриде художественной карьере молодого живописца. Хосефа вышла замуж за Гоя в 1773 году, умерла в Мадриде в 1812. От этого брака было много детей, из которых выжил только один – Хафнер. Сведения о жизни Хосефы Баео, всегда остававшейся в тени, о ее отношениях с художником, весьма скудны. Этот портрет издавна считается изображением Хосефы Баео, однако существуют сомнения относительно представленной на нем модели. Не соответствует с точностью чертам лица жены художника, известной по рисунку, показывающему ее в профиль из коллекции маркиза де Каса Торрес в Мадриде, на обороте которой есть надпись «Дони Хосефа Баео», исполненный Гои, 1805 год. Портрет из Прада датируется около 1798 года, когда жене Гои было 51 год, однако на портрете она выглядит значительно моложе. Несмотря на это, в пользу традиционной атрибуции говорит интимность изображения, приближенная к зрителю, проникновенность, любовь и как бы почтительность, с которым он трактует модель. Достойна внимания простота средств, использованных художником в этом произведении. Почти монохромный колорит, где серые и зеленоватые тона, нанесенные тщательностью и тонкостью, присущим миниатюре, выделяются на темном фоне. Тем не менее, цветовая гамма говорит о раннем этапе творчества Гои, поскольку в ней еще ощутим дух 18-го столетия. Существует мнение, что Гоя сделал этот портрет в честь Хосефы, которая на момент написания уже умерла. Эта картина носит имя Хосефа Бае или Леокадии Уайс и, как полагают, принадлежит Леокадии Зарилли, дальней родственнице Гои, которая имела поразительное сходство с Хосефой. Ну, вот такое описание нашел в интернете. Картина называется «Хосефа Бае Гоя». Пока-пока, до свидания.